Мобильные переводы казахстанцев начали проверять. В первую очередь это касается предпринимателей, руководителей и учредителей юрлиц. Они ежегодно должны подавать декларацию о своих доходах и имуществе. Сейчас многие бизнесмены перешли к наличному расчету и отказываются от онлайн-платежей. Почему? Разбиралась Аида Иманали. Многие предприниматели, чтобы не платить налоги, пытаются скрыть свои доходы от государства, принимая оплату за товары и другие услуги через мобильные переводы. По закону исключительно такой платеж запрещен, по крайней мере, без предоставления фискального чека. Если один человек получит 100 переводов от разных отправителей, то его могут привлечь к ответственности за неуплату налогов. Пытаясь сэкономить на них, предприниматели в итоге сталкиваются с такими постоянными проблемами, как проверка и штрафы. Однако добросовестным налогоплательщикам нечего опасаться. Запрета на переводы между физлицами нет. Они коснутся лишь предпринимателей, которые работают без регистрации, либо скрывают доходы. При этом многие коммерсанты перешли на наличный расчет. Сейчас предпринимателю очень важно показывать свои доходы. Почему? Потому что при камеральном контроле завтра, когда будут сопоставлять доходы и расходы, будут вопросы, если будут превышать расходы. Денежный расчет это не запрещается, можно, но нужно требовать фискальный чек. Если отказывают принимать карту, да, или через QR-код оплату, то в этом случае нужно это все зафиксировать на видео и можно обратиться в органы государственных доходов. По словам экспертов, подача декларации установит полный контроль над налоговым сектором и сократит теневую экономику. Налог, который платят ИП на упрощенке, небольшой. Всего лишь 3% от прибыли. Это не 10 и не 15%. Это подотчетность, которую нужно вводить. Считаю, что именно так можно побороть теневую экономику. Все бизнесы должны вестись легально. Предприниматели и их супруги должны подать декларацию до 15 сентября этого года. За несвоевременное предоставление на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года штраф в размере 15 МРП – это порядка 55 тысяч тенге. Аида Иманали, Алишер Иргалиева, телеканал «Алматы».